Всем доброе утро, всем здравствуйте. У нас утро. Чем мы будем с тобой заниматься сейчас? Мы уже много чем позанимались. Добрались сюда до комнаты. И здесь у нас вот такой вот кавардак. Ой, как они играли, ребятишки-то с вечера. Вот как они поиграют, как они все разбросают. И в кучу все сбросают, сбрасывают все в контейнера. А маме потом все это надо разбирать, да? Вот так вот. Мы уже позавтракали. У нас сегодня ранний подъем. Евочка очень рано проснулась. Все, чем мы только не занимались, все поубирали. Стирку перестирываем. Продолжаем. Вчера вечером не достирали. Продолжаем сегодня. От Марины привозили много стирки. Дома тоже. В общем, мы сейчас это все как разберем с тобой, да? Вот так вот. Тут, смотри, целая тележка. Ой, выпросила у папы с утра телефон. Да. Надо стало и кису. А смотри, у нас тут... что только нет тележки-то. Давай будем в контейнер-то собирать. Смотри, кто это разбросал. Кто это у нас разбросал, а? Кто? Ну-ка, давай рассказывай. Вот так вот, карандаши. Так, шторочки раздернем. Все, здесь мама уже начинала, тоже поубирала. Сейчас как мы начнем. Че, убегаешь от мамы-то? Все? Ага, вот так вот. Надо разобрать сейчас. Все это вот так вот разложить. Алфавит наш любимый. Вот так вот все. Потом маме это все разбирать. Здесь тоже у нас непонятно, что творится. Здесь у нас вот тоже от Седова. Тут у нас и кухонные, тут и парковочные. Все надо разобрать, в общем. Вот так вот мы играем. Упсика раздели. Так, это у нас посудка. Угу. И посудка, и машинки. У кого девочки так же? Ну, ребятишки есть, ребятишки. Играют. Что-то соберут, что-то не соберут. Он уже почеркушки тут устроили. Тут Матвейка свой телефон спрятал. Ой, папин старый телефончик. Ну ладно, пусть лежит. Тарелочки. По полочкам. Тут готовят. Все. Ой, сковородки-то. Телефон надо убрать, не место тут ему. Карандашиков-то сколько. Вот порисовали, и все в одну кучу. Сейчас вот это тоже надо все разобрать. Вот. Разберем все, соберем. Маме нечем же заняться. Маме вот такую работу надо делать. С утра Матвейка еще спит. Даня у нас в школу ушел. В общем, сегодня среда. День рабочий. Ой, там писали девочки вчера. Сказала, что ребятишки заболели. Есть люди, которые пишут полный бред. Ты, говорит, на своих детей наговариваешь. Девочки... Ну, я не знаю. Вы то ли по себе судите, то ли как. Мне зачем на своих детей наговаривать? Смысл, говорит, в садик ходить. Ну, мы ходили, да. Неделя рабочая была, мы ходили всю неделю. В конце, получается, не в конце, а в выходные ребенок заболел. Да, в понедельник я еще хотела вести его в садик, думала, что мы пойдем. Но, увы, ребенок уже начал покашливать с утра, появились хрипы. Вот, температуры не было. Сегодня у нас сопли до нижней губы и температура. Вот так что, конечно, просто так ничего не бывает. Все так ходят. Я не знаю, кто мне пишет. Наверное, у вас детей нету. Раз вы такое пишете, даже не знаете, что дети болеют, да, ходят, неделю две дома сидят, да. Но у нас пока так. Не мы одни такие.
Так что, ладно бы мы одни были. Вот, девочки сегодня уже получше. Изначально заболела Ева. У нее было как-то похуже. Вот, сегодня девочки получше уже. Ну, сопли, конечно, есть, температуры нет. Она играет, ест нормально. Но у нас Матвейке стало похуже. Так что как-то так. Ой, у тебя там бременские музыканты, что ли? Вот так. Как маме-то нечем заняться-то? Ох, нечем заняться. Такое все надо разбирать, выбирать, иначе это будет вот так все в куче. Тут уже все надо поубирать. Да, моя хорошая? Ох, ты моя хорошая девочка. Сейчас мы с тобой порядочек-то тут и наведем. Чтобы было порядочно. Ой, детская посудка. Как мама любила раньше играть в детстве. У меня сервиз был. Мне мама покупала сервиз красный, такой прям красивый. У нас был универмаг. И, в общем, на 6 персон. Там были рюмочки такие, там были тарелочки. А, в общем, сервиз был красивый. А отец мне покупал потом, ну, попозже чуть-чуть, алюминиевую посудку. Там была, значит, ну, кастрюльки, обычная алюминиевая посуда, как настоящая. Кастрюльки с крышечками, вот, сковородочки вот так же. В общем, было интересно. Мама любила играть. А ты зачем взяла кружечку? Мама составляет, наводит порядок. А ты здесь уже все. Давай-ка сиди в своем телефоне, раз тебе дали пока. Пока это мама здесь разберется. Хоть ненадолго порядок сделать. Вот так немножко. Папа здесь убрал, цветочки поставил. Надо вот поубирать. Они тут уже немножко подвяли. Убираю. Потому что окошко открыло. Проветриваем. У нас ветрено, прохладно. Тут тоже поубирала листики. Листики вот этот тоже надо, наверное, убрать. Не очень. Вот, так что как-то так. Такие у нас здесь дела. Сейчас тут карандашики надо. Карандашики тоже надо убрать сейчас сразу. Здесь у нас тоже любимая игра. Евочкина. Ей нравится. Ежика достает и вот так вот грибочки ставит. Ей очень нравится, завлекательно. Но все это потом бывает валяется. Так что вроде бы все на месте. Сейчас надо закрыть и убрать. Так, тут что, тарелочка. Хорошо играть, когда порядок, да? Давай кружечку-то поставь на место. Уронила. Кружечка-то вон на столе. Вон, видишь, кружечка? Вот. Да, поставь ее туда на место, в шкафчик. А то мама собирала. А ты неправильно поставила. Неправильно поставила. Ой. Все, сразу заглянула. Порядочек, ага. Вот, мама только карандаши разобрала. Да сейчас тоже лишние вот такие мелочевки всякие. То батарейки, то еще что-нибудь. Здесь тоже вот сейчас. Это уже вот этот вот тоже контейнерочек у нас разобранный. Любимая игра. Поставим сюда. Или не сюда. Сюда поставим. Вот, здесь уберем. Это лишнее. Парковка у нас в порядке. Этот контейнер поставим, да? Этот вниз поставим. Здесь у нас животные всякие разные. Давайте туда вот так уберем. Так, подожди, ну-ка, что-то там у нас мешает. Что у нас там есть? Ну-ка, доставай давай. Давай, доставай. Достанешь? Доставай скорее. Давай, доставай. Все, не хочет доставать. Видишь, какая, а? Там и кастрюлька, там и... Смотри-ка, тут у тебя что? Вот, это сюда. Вот, все. Так, это сюда же. И вот так вот. Сейчас алфавит осталось собрать еще. Алфавит. Так, это тоже убрать, мойку протереть. Вот, ну и будет у нас порядочно. Так, лошадка, давай, держи лошадку-то. Батарейки-то вытащили, папа только сделал, она хорошо так пела, эта лошадка. Все, батарейки убрали. Все,
что не поет лошадка. Кто это? Пчелка, да? Пчелка. Ну вот, захотелось поиграть ей. А это кто у нас? Кто это? Скажи, бегемот. Бегемот. Ну говори. Кто это? Бегемот. Гена, Гена. Все понятно. А это кто у нас? Мама. Ну кто это? Скажи, жираф. Жираф. Ну повторяй за мамой. Некоторые слова вообще хорошо повторяет. Вечером ложимся спать, она мне показывает. Что ты маме показываешь вечером? Покажи. Что это у тебя? Что это? Ну, покажи пальчиком. Не бери пальцы в рот. Нос. Нос показывает маме вечером. А еще вот это. Покажи пальчиком. Что это? Ну, говори, говори. Скажи, глаз. Глазик, да? Не бери пальчики в рот. Да, зубы. Где зубы? Скажи, зубы. Ну, не скрипи зубами-то. Скажи, зубы. Зубы тоже хорошо говорит. А ухо она... Как ухо говоришь? Ухо. Ухо. Вот сегодня ухо, а то луха у нас было. Луха. Луха. Я говорю, ухо. Вот каждый вечер. Волосики. Скажи волосики. Гена. Ой, какой Гена. Скажи волосики. Волосики. Вот Эйка проснулся у нас. Ага. Вот так вот, в общем. Давай. Давай играй. Мама сейчас там вот уберет. Мне надо наверху убрать, пыль протереть и игрушки все составить. Карандашики разобрали, все разобрали здесь. Вот. Ева взяла контейнерок. Но это надо вот так вот сидеть, следить, конечно. Так вот вместе поиграем, вместе убрали все. А если не убрать, вместе не играть, то все это будет по всей комнате. Вот стараюсь беречь, конечно, потому что игрушки такие, да? Погремушечка, это Ляле надо играть. Вот. А у нас есть вот такая вот кенгуру. Скажи, кенгуру. Да не бери ты пальцы в рот, она пальцы грызет, а какая. Скажи, кенгуру. На, держи. На, играй. Кто это? Иго-го. Иго-го. Да, ну лошадка как будто. Это зебра. Зебра. Скажи, зебра. Зебра. Зебра, правильно. Молодец. Зи-зи-зи. Да, пчела. Кенгуру. Кого еще знаешь? Кита. Кита, кита, кися, кисочка. Смотри, Матвейка-то говорит. Жираф. Жираф. Скажи нам, кто это? А это кто? Кто к тебе прискакал? Ми-ми-ми. Ну, это понятно, что ми-ми-ми. А вот это кто прискакал? Зебра. Зебра. А вот это кто у нас? Иди. Жираф. Скажи. Кто это? Жираф. Кто это? Ми-ми-ми. Ми-ми-ми. Скажи, жираф. Кто это? Зия. Жираф. Молодец. Жираф к тебе пришел, да, в гости? И вот такой вот жирафик. Скажи, макака. Скажи, макака. Повторяй. Макака. Не можешь сказать? Да скажи. Покажи нам, кто это? Макака.
Макака, правильно. А до этого как ты сказала? Макака. Это макака, да. А ты до этого сказала, кто это? Макака. Макака. Ну ладно, пусть будет макака. Все. А это кто? Жираф. Ну вот, пыль протерли. Игрушки составили. Все, разобрали. Да? Ой, ну все. Накормила? Ага. Да. Сейчас смотрю. Ой, мама, сейчас посмотрела. У твоей Ляли-то. Смотри, вот это что такое у нее? Я не поняла. Где волосики? Куда волосики-то делись? Ты смотри, эти-то Ляли с волосиками. Да. Матвейка, ты не знаешь, куда волосики-то делись? Нет. Не знаешь? Костюм-то что-то как будто в песочнице играл ребенок. Ребенок, да? Сади давай. Корми их всех. Тройня. Сади давай. Ой, какие три Ляли. Все, пыль протерли, все составили. Разобрали немножко. Да, попорядочнее стало. Только вот это все не оттирается. Тоже надо оттирать чем-то. Да. Сейчас надо уже все, ингаляцию будет делать. Потом обедом будем заниматься. Мама поставила воду на бульон. Бульон сварим. Куриную лапшичку. Лапшичку с курочкой сделаем, да? Суп. Все сняла? Давай, одевай. Сама позавтракала утром. Мама утром яйца пашот делала. Вот. Покушали, да? Скажи, покушали немножко? Папа. Папа кушал? Угу. Да, все покушали, кроме Матвейки. Матвейку надо будет кормить. Все. Давай составляй, не разбрасывай, дочь. Ева. Составь на место. Там вон еще игрушка валяется. Ну-ка, доставай давай. Вон там котик валяется. Сейчас смотрю за шторинкой. Ты не видишь? Вон он сзади, да? Вот так вот здесь у нас все. Матвейка у нас дышит. А Евочка плачет. Леденцы покупали от горла, рассасывающие. Детские. Вот сейчас справляют сосать. Сосалки папа поедет сейчас в аптеку. Лекарство купит. Я ему так сказал купить сосалки. Для горлышка, да. А на ночь приклеиваем сопелки. Вот, так что лечимся, да? Да. Сейчас полечатся. Ягод. И играть будут. Полечились. Ой. И достали. Вот такой вот у нас есть песок. Да, сейчас. Мама здесь постелила старый. Старый пододеяльник. Ну что, будем открывать, да? Давайте будем смотреть. Клеенку постелила. Ну-ка, давайте, смотрите, какие там формочки интересные. Ух ты! Сколько формочек! Ну, такой интересненький. Ну-ка, давайте я вот так вот сейчас. Оп! Все. Лопаткой мы его разделим. Ну-ка, делим, Матвейка, пополам. Так, а ты садись давай. Дели пополам. Почему ты так-то делишь? Пополам надо было разделить. Половину тебе, половину Еве. Нет, ты уже все испилил. Вот пополам. Это половинка тебе, половинка Еве. Все. Вот. И формочки, пожалуйста, лепим. И играем. Завлекаемся. Вот. А то когда нам лето ждать, да? Когда нам лето ждать? А так песочком можно поиграть. Вот. Сенсорный песок. Так, это кварцевый песок с добавлением особых полимеров. Благодаря связующему компоненту песок не высыхает. Так, и не застывает. В общем, на воздухе. Приятный на ощупь. Не липнет к рукам. Ну что, давай лепи. Лепи давай. Ну-ка, что вы слепите? Би-би-би. Би-би-би. А где у тебя... Дай ей тоже это, формочки-то немножко, дай формочек ей. Формочек для Евы дай.
Матвей, у формочки вот же лежат, дай ей немножко. Что тебе надо? Вот, у тебя машинка, у нее машинка. Давай, вот. Давайте вместе. Давай, у тебя смотри, сколько песка, много. Нет, так не надо делать. Ручками прихлопывай, ручками, и показывай, какая у тебя машинка получится. Ну-ка, давай, посмотрим. И у Евы получится. Тогда надо, знаешь как, тогда сюда накладывай руками. Ручками сюда клади. Да, прям руками клади, вот так, вот. И прихлопывай. И ты тоже делай, давай. Давайте, играйте. Вот так. Приятный такой. Отлично. Вот, притрамбовывай, потом вывалишь, у тебя получится машинка. Делай, делай, моя хорошая, давай. Вот. Завлекетесь маленько. Сейчас. О, ну почти получилось, да? Ох, как здорово. Делайте, давайте, играйте. Вот, молодцы. Можно что-то слепить. Не разбрасывайте, только на клеенке играйте, чтобы позамимо клеенки не было. Только на клееночке. Вот. Беги, мама тебе поможет. Давай самолетик сделаем. Смотри, какой у нас самолетик. Во, какой самолет будет сейчас. Ух ты, какой самолет. Ну-ка давай, Ева, делай. Сильней, сильней. Ставь формочку-то и ставь. Делай, получится у тебя хорошо. Придавливай сильней. Ручками сильней дави. Во, молодец. Ну что, интересно? Да. Полепить можно, да? Все, играйте давайте. Во, так. Молодцы. Мам, ты тоже этим поиграешь? Да, я посмотрю, как вы играете. Давай. Дайте стряпайте пирожки. Молодец, молодец, она пытается что-то тут. Вот так, молодцы. Какие они тут пирожки стряпают. Увлеклись. О, еще надо такого песочка купить, да? Здоровский такой вот песок. Это нам на Новый год подарок отправляли. Да, Толя, от Толи подарки привезли. Ну, там Костя покупали подарки. Вот так вот. Ну-ка, покажи, что у тебя получилось. Ух ты, какой у тебя пирожок получился. Молодец. Умница, довольная. Довольная, да? Давай, ну... Из твоей половинки две формочки можно сделать, две пироженки. Также у Евы получается. Ну, нормально, можно играть. Вот у нее уже получше получилось здесь. Она пытается. Ух. Тебе интересно, да, дочь? Но зима, в песочек не выйдешь, не поиграешь. А дома здорово. Да, еще вот купить несколько коробок, и тогда вообще можно будет здесь песочницу устроить, да? Да. Тебе нравится? Приятный такой, да? Придет лето, и будем в песочнице играть, да? Молодцы, давайте, играйте. Пока ребятишки играют, мама здесь капустки нарезала. Курицу надо замариновать. Курица у нас уже варится, домашняя, на бульон. Будет у нас борщик, борщец. Сейчас почищу апельсинки. Мы сегодня утром чистили такие апельсины. Папа вчера сладкие купил. Детям перекус сделаю. Ну вот, дети наигрались. Ева поменьше, Матвейка побольше. Он тут машинки лепил. Ну здорово, в общем. Мне самой понравилось. Сейчас вот так ведерко убираю. И замечательно. Все. Вот так вот. Убрали, все протерли. Здесь, конечно, видно, что они поиграли хорошо. Неплохо, в общем. Немножко, конечно. Ну, ничего, ручки помыли. Сейчас я здесь все уберу.
Это все соберем, похлопаем. И отлично. Так что такие у нас здесь дела. Я видео, девочки, закончу на этом. Скажу вам всем огромное спасибо, что вы нас смотрите, пишете. Сейчас это все помыть тоже надо. Заходите на Телеграм, на Дзен, девочки, подписывайтесь. Кто-то, может, вперед хочет ролики смотреть. На Дзене выходят на день раньше ролики, а на YouTube уже попозже. Так что огромное вам спасибо. Еще раз ссылки внизу в описании оставляю. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Пойду сейчас это все помою, поубираю. Будем готовить, будем дальше делами заниматься. У нас время еще утро. Утро, девочки, ну уже все, уже 11. 12 доходит, 11:47. Пока-пока.